У Лёхи сработало. Так. Есть натяг? Да, есть. Давай, 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 давай. Так. Эх, а это не наш размер. Хорошо хоть. Чуть-чуть сделал. Да, ну. Ну, Greenpeace. Да, не Greenpeace. Да, да, да. Пошел, 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 пошел. Хопа. Привет рыбакам, актюбинским и вообще, кто любит зимнюю рыбалку. Выехали мы опять на жилищную ловлю щуки. Кстати, пока я тут судоделы расставлялся, Лёша там уже поймал маленького шнурка, но мы его, конечно же, отпустили. Плёс, где мы были неделю назад с Лёшей, это тот плёс, просто то место, где мы и были тогда, он сейчас занят, там ребята уже стоят. Мы прошли чуть дальше. Ну, буду выставляться. Кстати, позже приехали. Заехали в один магазин, в другой. В одном, который ближе к дому, малька не было. Вернее, было, но мало совсем. И карась был совсем мелкий. Пришлось ехать в магазин на Скулкино. Ну, это у нас в городе. Все рыбаки, наверное, знают, что там много рыболовных магазинов. Все, выставляюсь. Ставлю, как всегда, первую самодельную. Ну, это у меня такой своеобразный подход. Суеверие, что ли. Хотя оно ничего не означает. Просто удобнее сразу здоровую деревяшку поставить, а потом уже все остальные ставлю. Вот и Саша идет в мою сторону. Вообще этот плёс, он не очень хороший. Там мы тот плёс более-менее лучше знаем. Там несколько ямок таких замечательных. А здесь, мы здесь тоже, конечно, бывали, но мы его хуже, этот плёс, знаем. Что он нам принесет? Сейчас там ребята вот уже выставлялись, говорят, что-то совсем мелко. Совсем мелко, конечно, нас не совсем устраивает. Так, посмотрим сейчас, сколько здесь. Тут, мне кажется, тоже не намного глубже. Угу. Раз, два, три. Ай. Так, метр, два, ну где-то два с половиной, тоже не очень глубоко. Саш, тут примерно два с половиной, так же, да? Так, этого я нацепил за спинку. Все, первое готово. Thank you.
ну пробурил. Сейчас почистим луночку. Кстати, сегодня мороз, ветра. Но если он есть, то небольшой. Когда собирались на стоянке, то ветер от котельной немножко так плавненько уходил в западном направлении, то есть ветер восточный. По дороге, пока ехали, ветер показывал от 17 и до 20. Но по прогнозу, в принципе, так и было. В принципе, так и было. Днем обещают температуру до 9 градусов. Вторую поставили. Так, так, ничего себе, как мотануло хорошо. Так, 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 так. Ну, есть-то есть, пока не знаю какая, но и не мелкая, Саш. Вот она, вот она, вот она. Ну, не совсем крупная, но есть можно, да. Спасибо. Ну, да. Так, сейчас будем ее открывать, освобождать. Как там? Попробуй даже здесь ее опять. Да сейчас я в этой. Есть кепка? Хотя близко? Сейчас. Ну такая, не сказать, что сильно крупная, но активная. Но не крутит. Что у тебя там было? Жрец. Жрец крупный? Средний. Не мог сдернуть. Штуку у него сбил. Может быть. Леска что, не шевелится? Леска натянута, но не шевелится. Сейчас попробуйте себя как спровоцировать. Да подожди, может. Есть? Не крупно. Не крупно? Совсем маленькая. Ага, ну такая же, как у меня. По-моему, тут стандарт такой. Ну вот и тебя с почином. Опа! Отбросила, ну. Вот. За бочок, да? Смотри, на все крючки. Ага. Броник. Броник. Ну, Саня, там. Ты прям все сделал, чтобы ее поймать. Это который только установил. Есть. Так, это один из первых флажков. Не знаю, как давно он стоит. Леха увидел. Ну, в принципе, размотки сильно нету. Но что-то есть там. Какая-то щучка небольшая есть. Вот она. Ага. Тут везде какой-то он стандартный размер. А, еще и выплюнул. Взяли. Опять такая же, не сильно крупная. Тут что-то какой-то вот один размер травяной. Сейчас установим. Жерца она выплюнула. Сейчас поставим.
Пока поставим по старого живца, в смысле порепанного, потому что у меня сейчас все далеко. Иди сюда, мой дорогой, послужи нам еще службу. Вот так я тебя насажу. Ну ты еще шевелишься. Так, пошел, пошел, пошел. Давай, сейчас грузило тебя заглубит. Принеси нам еще одну. Ну, я вот смотрю, у меня видно леску, что-то движение не видно. Ну, мотало, промотало. Ага. Сейчас она просто встала, наверное, в ступоре. Муж бросил, не знаю. Во-во-во, мотает. Не, я ее только ставил. Я, кстати, знаешь, когда этот ставил груз, мотает. Угу. Был удар. Ага. По грузу. Что за фигня? Удар какой-то, блин, непонятно. Пробуй, Сань. Че? Сейчас. У тебя же там два крючка? Нет, один. Один. Ну, да, травяной тут такой размер, да? Да, с краешку там было. Все ясно. Тут же мелкая вот эта, Леха говорит, вытянул. О, вон она. О. Идет. Ладно, хрен с ним. Да, что-то есть. Не сильно крупная, такая же травяная. Вот она. Ну да, но не та, что Леха вытягивал. Да, кстати, Саша, это чуть-чуть крупнее. Не намного, но все же. Я сейчас такой еще этот. Пружина сработала, думаю. Я оборачиваюсь. Сначала туда посмотрю, смотри, здесь. Угу. Ой, ну по крайней мере не скучно, да, Сань? Ага, есть движение. Ладно, рискуем. Ну что-то идет. Опять так. Травянка это. Да, такая же. Да, я, у меня есть, сейчас. Что-то да, как-то крупняк не попадается. А почему? Ну тут и глубоко нету. Там вот то место, где мы были в прошлый раз, там поглубже. Ну правда, в прошлый раз там не особо попадалось крупное, но там хотя бы были надежды. А здесь все-таки больше вот этой травяной, наверное. Так, ну эту я, наверное, выпущу. Пусть Гринпис на меня не обижается. Но это пойдет домой. Иди. Вон она помахала нам. Все-таки хочется чего-то покрупнее. Это слишком мелко. Для меня, во всяком случае. А потом проще чистить-то несколько больших, чем много, но маленьких. Сейчас перезарядим. Может, этого испугается и не пойдет больше на обед. За завтраком ее испугали хорошо. Ща. Так. Раз, два, три, четыре, пять.
2, 3, 4, 5. 5 сделаем. Послужи нам верой и правдой, живец еще раз. Аминь. Пошел. Да, ну теперь он, конечно, верой и правдой. Хотя что-то шевелится. Ладно. Это, по-моему, та, которая у тебя уже срабатывала. Чувствуешь? Небольшая. Небольшая, да? Ну да. Ну, так что есть, работает. Да, травяной стандарт. Да. Так, жене травы. Смотри, пиявка. Ну. Это закон не очень, это пока. Крупнее здесь не будет. Наконец расставились. Сегодня мы из города выехали поздно. Не расставились поздно. Ну, из города по организационным вопросам выехали поздно, расставились. Потому что во время расстановки начали срабатывать жерлицы, отвлекать нас, соответственно, от процесса расстановки. Саша, вот, кстати, до сих пор там пару своих деревяшек еще не поставил. А клюет пока мелкое. Не знаю, будет ли здесь крупнее. Надеемся на это. Кстати, сегодня с нами приключился курьезный момент. Едем. Уже проехали Карахабду по Хабдинской трассе, пикник. И тут меня осеняет. Так где четвертый член экипажа? Где лопата? Блин! Я сегодня полез в подвал, вытащил лопату, поставил ее около подвала, зашел домой. И, видимо, там у меня что-то переключилось. Забрал пакеты, спустился вниз, сел в машину и уехал. Звоним оттуда домой, говорим, что там у нас с нашей любимой лопатой. На месте, говорит. Забрали домой, занесли. Ну, снега нет в степи. Слава богу, сегодняшний инцидент в виде отсутствия четвертого члена экипажа нам не повредит никак. Проедем. Да, я, кстати, забыл сказать, сегодня наконец-то выздоровел Саша, вот он расставляется. Ну и с нами, как всегда, Лёша. Время обеда. Наверное, и нам пора покушать. Сейчас предложу своим товарищам. А не съест ли нам что-нибудь, что привезено из города? Старая добрая деревяшка. Да. Ого! Ого, как мотает! Ого! Ну-ка. Так. Ну, в принципе, такая же. Не сильно крупная. Вот она. Да, что-то получается тут не везет нам с крупной щукой.
Сейчас, если не сильно повреждена, мы ее отпустим. Небольшая, ребят. Мелкая. Так. Да, мы, наверное, сейчас тебя отпустим. Сейчас мы тебя отпустим. Да, мелкая. Давай. Иди. Хоп. Ушла. А смысл такой брать? Ну, слетел флажок. Во-во, крутится. Саня, хорошо крутится. Уйдет сейчас, зараза. Уйдет, Глеб Егорыч, уйдет. Стреляй. Хоп. Опа, да я. Че? Мимо, что ли? Мимо. Да ну нафиг. Да? Сорвал, по-моему. Че сорвал? Крючок сорвал, что ли? Да. В зубах держала, да? Да. Ну, вот дальше такие. Дальше какой? Идеальная поездка, не вся. Шевелений нету. Ну, давно стоит, наверное. Я она даже не спустила ничего. Ну, она не может давно стоять. Я же тут недавно проходил. Она недавно поднялась. Бодри, что ли? Нет, вот что-то есть движение. И... Мелкая. Да ну нафиг. Да, даже может быть и окунь. Да, дергает головой. Да. Нет, щучка. Щучка. Ну, тоже щука. Ее в Гималай. Видишь, смотри, она только начала его лопать. Он ей просто не лезет в рот. У меня, видишь, вот этот крючок не дает ей. Ага, я говорю, не лезет ей. У Сани там система двухкрючковая. Или не на этой? На этой? На этой, на этой, да? В смысле? У него верхний и нижний крючок. И она не дает, если она цепляется, она... Он цепляет там за не что? Не за, да? За пузико, да, и еще за что-то. Нет, за через жабры и за верхний плавник. А, вон она как, Михалыч. Чтобы если крупняк попался, то наверняка. Шевелит? Так. Опа. Есть? Мелкая. Не крупная. Вообще вот. Карандаш. Да, далеко ушла. Да, она все, сколько метров 15. Окунь, ну ничего себе, вот это окунь. Порошок. Забирайся. Съел? Вообще. А, ну ты уже вытащил. Это надо бы нарезать. Дорви его, ты все равно заберешь. Ну да. Хороший окунь. Да. Вот мы его сейчас балансируем, ищем, не можем найти, да? А он, вот он. Сработала крайняя моя жерлица. Не знаю, как давно она стоит. Фух, ну что-то... Может, тут ничего и нету. Ладно, будем пробовать. Да нет, ничего. Ничего, что-то тащу мелкое такое. А, в траву просто затащила. Ага. Затащила в траву. Ну и живец-то живой. О, еще и бодренький. Ничего себе. Живее всех живых. Это крайне еще не срабатывало. Вот соседняя срабатывала несколько раз. Крайняя нет. Отмерять. Так, поставлю.
Так вот, грузило упало. Ну, живет, живой, активный. Фух, время уже что-то в районе 3 часов. Но после обеда такое затишье, тишина. Сейчас еще забирала леску. Еще вот сейчас вот забирала. Вот дергается, видишь? Есть? Не крупно. Тихо. Угу. Ну такая рядовая. Заглотила. Заглотила. Желудки уже. Забирай. Время к 4. Собираем все свои жерлицы. Что-то никак день больших щук не настанет. Сегодня, хотя вроде и есть какие-то подъемы, а с утра они вообще были активные. Но щука вся мелкая. Не знаю, сколько я поймал там, но около 5-6. Некоторые не вошли на видео, потому что там Леша подымал и так далее. Ну, не то. Хотя грех жаловаться. Что я, собственно, не то, не то. Мы поймали, это уже хорошо. Все, собираемся. Это была рыбалка по щуке на Бескапе. Такой район в нашей области. Спасибо, что смотрели это видео. Пусть у вас щуки будут крупнее. Пока.